сегодняшняя наша встреча по-человечески очень важна. Наши отношения должны развиваться. Абхазский народ уважает белорусов. Про белорусов таки говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений. Есть же. Есть товары, которым мы заинтересованы. Есть товары, в которых вы заинтересованы. Более того, туристическое направление очень важно, особенно после того, как против нас начали тут санкции разного рода вводить. Люди наши хотят побывать на море. Вот я посмотрел ваше побережье. Мы всегда туда приезжали. И наши люди посещают и сейчас эти города. Но как-то получилось так, что Абхазия оказалась отрезанной. Не востребованной, а отрезанной. А востребованность очень большая. Почему не должны мы в гости друг к другу ездить? Вот я задаюсь этим вопросом, никак не могу понять, зачем надо обострять отношения на этой почве. Мы, наоборот, должны склеивать наши отношения. Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы. Нам надо ближе быть в это время сложные друг к другу. И Тбилиси, и Сухуми, и Минск. Все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Я в этом плане рассматриваю ваш визит в Беларуси. Еще раз благодарю вас за то, что вы выполнили свое обещание и приехали к нам. Почему-то грузины, руководство Грузии остро реагирует на наши встречи. Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых, дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами? Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси. Никогда ж такого не было. Я вот наблюдаю за ситуацией, которая развивается в Грузии, к примеру, с бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это же был президент все-таки. Поэтому, ну, доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично. Но я к чему это говорю? Мы же не давали никаких оценок, мы не вмешивались в эту ситуацию и другие. Мы очень хорошие отношения поддерживали и поддерживаем, насколько это возможно, с Тбилиси. Почему они так реагируют остро на это? Я думаю, вы мне поможете найти ответ на этот вопрос. Ну, наконец-то ты доехал до Минска. Привет. Здравствуйте. Присаживайся. Хасан Георгиевич, позвольте приветствовать вас в Беларуси. Вы, как и обещали, приехали, есть о чем поговорить. Вы знаете, что мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве с республикой. Я об этом говорил во время посещения вашей прекрасной страны.